Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем проходить WWE 2K23. И сразу скажу, случилась тут одна непредвиденная такая ситуация, я немного приболел, и так получилось, что в один день ВВЕ не выходил. У меня была игра записана про запас, получается, на день, и пока я болел, записал еще один выпуск. И так получилось, что выложив одну серию и отрендив вторую, я случайно вторую удалил, подумав, что это была первая, которую я уже выложил. Ну и по итогу, сохранение, к сожалению, восстановить не получилось, файл удаленный тоже, пробовал я различные программы, но по итогу ничем это хорошим не увенчалось. Расскажу, что было. У нас был бой, помните, в позапрошлой серии в прошлой серии с Отисом. В прошлой серии, которую я удалил, там у нас была как раз таки битва 3 на 3 против Академии. Ну и по итогу мы еще подрались Шински Накамура, там у нас был бой по правилам ММА. Ничего сверхинтересного и сюжетного, ребята, не было. Я оставил Хавьера Вудса, это как раз таки сюжетное задание на потом, и, грубо говоря, выполнял побочки. Из побочек у нас есть еще одно задание, давайте его выполним. Вы поддержите видосик своим лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ну и поехали. I don't like to complain, but I'm getting pretty fed up with the Maximum Male Model Crew claiming that they're prettier than me. У нас вечер, Ром. И вот, по всей видимости, сегодняшний соперник нашего Хантера. Это Мансур. Ну, выход Хантера мы с вами уже, ребята, много раз видели. Давайте тогда начинать. Не попал. Не попал Мансур по нам. Нам нужно сделать какую-то красивую победу. Неплохой реверс. Ну, посмотрите, как Мансур как неплохо выдает нам. Ах ты засранец. Его дружок решил нам помешать. Попробуем удержанницы сделать. Давай-ка, рэп. Раз. Нет. Неплохой суплекс. А вот уже ответ Хантера. Мансур очень шустро реверсирует. И сворачивание на болевой. Но пока мы еще свежи, мы можем отсюда выбраться. Хантер зацепился немножко за канаты, ничего страшного. И хороший дропкик в голову. Вот это, ребята, был красивый камбэк. Thank you.
И еще один. Хороший выстрел в голову. Мансур сразу же, посмотрите, он сразу поднялся. Попытка удержания. Серьезно, еще один в голову. Ну, это, ребята, мощно. Сразу два хороших таких суперкика в голову нам проводит. Еще один реверс. Да как же ты реверсируешь? Сколько раз он уже от наших приемов убежал? И попытка удержания. Сворачивание на болевой. Хорошо зашли. Еще разок. Опять его дружок решил нам помешать. Давай, давай, Хантер, и удержанница. Рэп. Раз. Два. Обидно. Это был хороший момент. Пролетели мимо друг друга. Мансур успел пораньше встать. Но это что опять за бред? Так, аккуратненько. Давай, давай, поднимайся. Раз, два, три. Come on, Клеймор кик. Ребята, кто просил? Мы его сделали. И победа! У нас есть еще одно побочное задание. Давайте попробуем взять его. I'm trying a new podcast segment called Sounds of the Ring. Cool, right? Problem is, the wrestlers keep ending up outside the ring, where I don't have any mics set up. I could buy more mics,
Or I could find some wrestlers who know how to stay in the ring. Madcap Moss появляется на ринге. Это наш сегодняшний соперник. Ну что, поехали. Победить без выхода с ринга. Мы будем надеяться, что я смогу это сделать. Пока все нормально. Пока выход с ринга нам не нужен. Реверс. Ух ты! Мощно нам поддал. Против нас сегодня такой довольно крепкий парень. Неплохо. И попытка удержания, но это, конечно, поспешно. Но если судить по нашим вырываниям при удержаниях, то тяжеловато раз за разом будет проводить вырывание. И оно все тяжелее и тяжелее. Я надеюсь, что и у соперника также. Хантер, ну куда ты? Он прям как крокодил готов вырубить нас, сломая ноги. Хорошо, зареверсировали. Так, сигнатурка есть. Ну, потряхивайся дальше, давай. Очень классный прием у него, конечно. Так, Хантер, давай-ка, еще один бросочек, хорошо. Так, Хантер, пора слезать. Не попали. А вот теперь ответ. Мы тоже умеем реверсировать. Ну и реверс в ответ пошел. Пролетели мы мимо реверса. Хорошо. У него какие-то, знаете, реверсы комбинационные. Постоянно что-то новенькое. Попытка удержания. Офигеть просто.
Так, ну придется тратить. Придется тратить, ребята. Готовимся к финишеру. End of days. И удержание. Раз. Два. Три. Повезло, честно, ребят. Нас мутузили на протяжении всего поединка. Но в концовке мы смогли переломить ход встречи в свою сторону и сделать удержание. Ну а вот и главная задача у нас Хавьер Вуд. What are you doing here? I'm here as a representative of the New Day, the longest tenured faction in WWE. Kind of like welcoming a new neighbor who just moved in. It's become our custom to welcome all new factions to WWE. There's even a gift basket coming for you and your Evolution friends. Full disclosure, Retribution broke up before we could give them theirs, so we repurposed some items. Be sure to check the expiration date on those summer sausages. Thanks, I guess. I'll let the other guys know you stopped by. If you ever need any tips on how to stick together as long as the New Day has, just let me know. We've mainly been focused on in-ring success, you know. Think bigger. Evolution-branded suits, collared shirts, pleated pants, shiny shoes. Why is New Day on the cover of the game? Evolution has the Raw Tag Team Championships, and I'm Intercontinental. New Day is a proven commodity. We've held Tag Team Gold over 10 times, and we'll get those back soon enough. Thanks for all the advice, but we're handling everything just fine on our own. Okay, well, I tried. Don't come crying to me in 6 months when your faction breaks up. Хавьер Вудс пытался переманить нас в New Day, но мы, ребята, отказались. I've been thinking about our last conversation and... Kind of like everything in that gift basket you sent us. See? That's what... If you thought that was rude, you have no idea what we're capable of. Again with the threats. Oh, that's it. Perfect. That's gonna look great on the game cover. Nice. New Day rocks. New Day rocks. New Day rocks. Нормально мы залетели, ребята. These are our titles. This isn't a game. You want to explain what the hell that was all about? You said I'm gonna be the guy someday, right? Well, I got started early and took charge of the situation. No, that's not how this works. How clear do I have to make this? I call the shots in Evolution. You might be the lock, but you're not the leader. And Slade, you're not off the hook either. You went along with his stupid plan. No, you're right. I know I'm right. Have a mind of your own for once. Stop being a follower. It's what's held you back your entire career. Understood. All right, enough about that. We need to focus on these singles matches before the situation gets any worse. It'll be me against Kofi. Gabe, you've got Big E. And Locke, you're up against Xavier Woods. Don't blow this. Рэнди Ортон распределил, кто с кем будет биться на одиночных поединках. Нам достался как раз-таки Хавьер Вудс. Ну что, поехали. Биг И будет биться со Слейдом. Кофи Кингстон против Рэнди Ортона. Но, возможно, нас будет ждать еще и противостояние полной команды. Ух ты! Хавьер Вудс неплохо вылетел. Через канаты. Ну, Хантер, ну что это?
Пока не получается зареверсировать. И еще один. Мощный удар в голову, а там уже 5. Хантер начинает приходить в себя. С двух ног в голову. И сейчас попытку удержания сделаем. Раз. Нет. Дерети от Хави рвутся. Ну же, Хантер. Отлично. Немножечко вернулись в этот поединок. Да как ты реверсируешь-то все? Но у него, кстати, по ХП тоже недалеко ушел, чем мы. Попытка удержания. У нас также еще и финишер есть. Сейчас полетит. Снова полетит через канаты. Но не тут-то было. Провели финишер. Надо его возвращать на линк. Давай, РФ. Удержание. Раз. Два. Не получилось. Еще и камбэк сотворили. Ну и Хавьер Вудс поднялся. Ой-ой-ой, чуть на судью не запрыгнули. Я
Реверсирует Хавьер Вудс. А мы выкатились за пределы ринга. Не получилось провести финишер. Хавьер Вудс реверсирует. Снова блок. Попытка удержания. Ну нет. Это слишком просто. Напряженный бой. Я ожидал, что с Вудсом будет попроще. А он раз за разом реверсирует. У Вудса есть финишер. Но финишер почти есть и у нас. Удержанница, давай, РФ. Победа. Мы в своем поединке не сплоховали, ребята. Мы увидимся с вами в следующей серии. Поддержите ее лайком, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.